Внимание, внимание! Страшные новости! Третий день хороших поступков. Верите, Дубадюга? Давайте сделаем наш мир немного добрее! День добрых дел? Интересно, я такого даже не знаю, но я попробую, что получится. Вижу, детки не могут на батут залезть. Так вам и надо. Ты добродюга. Сегодня же день добрых дел. Придется им помочь. Детки, что случилось? Вы не можете залезть? Я вам помогу. Сегодня же день добрых дел. Я к вам? Я всю жизнь мечтала, спасибо, детки! Посмотрите, какой маленький, аккуратненький теперь. Это потому, что я добрые дела делаю. Уронили. Дубадюга. Сегодня же день добрых дел. Нужно вернуть. Побежали! Стойте, подождите! Ой, тяжело добрые дела делать. Конфетка, ты её уронила. Да. Спасибо, папа. Да. Всем да. Это то, что я тебе вернула. А добрые дела делать, это еще и вкусно. Как здорово, и грязи нет, и носа нет. Это потому, что я добрые дела делаю, да? Да. Как здорово. Дай нам У них мячик застрял. Ты добродюга. Сегодня же день хороших поступков. Но придется тогда им помочь. Детки, что случилось? Почему вы плачете? Мячик застрял. Мячик у вас застрял. Я сейчас вам помогу. Сегодня же день добрых дел. Вот ваш мячик! Спасибо! Руки пропали, ногти пропали, какие красивые! Делать хорошие дела, это хорошо, оказывается! Детишек нет, надо поиграть здесь. Игорь! Будем играть? Да! Я маленький!
Пошли, пошел. Дубодилга. Находится здесь. Пойдем его искать. Они клад ищут. Слезы синие пролили. Спасите. Придется самой за дело браться. Сейчас я в фею превращусь. О, видала, какая я теперь фея. Где это болото? Но я тут забрела. Чичи-мара! Чичи-мара! Чичи! О, вижу, кажется. Чичи-мара! Чичи! Яховна, гость идет. Наконец-то! Яга, яга, давай сюда, сюда! Беги, Марышка! Ой, Кимурушка, хорошо у тебя тут болото, тепло, хорошо. Не то, что в прошлый раз в море. Ты помнишь, как нас чуть акулы не съели? Явушек болотных отведает, Явушки болотные. Явушки болотные. Какой вкуснёк. А что это за шум? Где? Вон там. Ой. Начинается. Идем домой. Нет, мы не будем сдаваться. Что же эти дед Сишки тут забыли? Интересно, давай-ка посмотрим. Болото, болото. Расскажи, что детишки тут ищут? Клад находится здесь. Пойдем его искать. Они клад ищут. Клад? Ну-ка, давай им помешаем. Давай. У меня есть идея. Тучи, тучи, вы могучи. Вам задание. Дорогу. Слезы синие пролейте. Страх и панику. Спасите.
кажется, вижу. Пойдем туда спрячемся. Давайте, идем. Ты видела, они от дождя-то спрятались. Надо еще что-то придумать. А давай на них ветер нашим. А давай! Ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Напугали понарошки. Бей детей с пути дорожки. Смотри, какой ветер. Пойдем домой. Нам нужно клад найти. Смотрите, дерево упало. Как нам надо пойти? Не переживайте, я вам расчищу дорогу. Видела, и ветер они прошли, и через все дебри перелезли. Ветер прошли. Что же делать? А давай их заморозим. А давай! Давай читаем заклинание. Метель, матушка, подружка, устрой деткам заварушку. Заморозь пути дорожки. Напугай детей немножко! Бабьяга! Ты видела? Ну? Эта фея помогла метель пройти. Попадись мне, эта фея-то, если крылышки побломаю. Что же теперь делать? Я знаю, придется самой за дело браться. Сейчас я в фею превращусь, я их заблужу в этом лесу. О, видала, какая теперь фея? Да, классная! Так, чего тебе не хватает? Да, чего? Крылья! А что делать? На! О! Приделай! Спасибо! Вот и крылышки есть! О, волшебная палочка! Я готова! Кто это? И что? Фея! Такие большие глаза! А это чтобы лучше видеть, кто победил. Это такой постоянный глаз. А это чтобы унюхать, у кого беда. Крыска у тебя есть? Ну, конечно. Волшебная палочка. И палочка волшебная есть. Разгоняет плохие мысли. Чем я могу вам помочь? Направо пойдете, клад найдете. Налево пойдете, в беду попадете. Карта говорит, что надо налево поворачивать. Слушайтесь фею, она никогда не обманывает. Вам туда. Косолапый, пойду я с ним поздороваю.
Что это там за свет? Наверное, класс. Ребята, всегда идите к своей цели. Никогда не сдавайтесь. И тогда у вас все получится. Да, мы идем гулять. Тогда мы идем на пляж. Знаешь, такой отпуск? Знаешь, отвезешь меня к нему? Ой, как чудесно, не подружка. А что это такое тут синее? Да чего оно тут находится? Купаться же надо! Ой, какая красота! Это закат называется, да? Побежали! Мама, пойдем на улицу! Только около дома. И Степа с тобой возьмите. В любом случае не ходить по ней лучше. Хорошо. Ра, мы идем гулять. Как мне эту мангу достать? Стёпа, Стёпа, Стёпа. Мама просила погулять на улице. Только далеко не уходить нельзя. Тогда мы идем на пляж. Ой, скучно опять, чем заняться. Позвоню Горыныч. С ним так весело болтать, понимаешь? Нет, три головы! Вот. Где мой телефон? Йеллоу? Йеллоу, змей Горыныч? Нет? А где он? В отпуске? А кто это такой? Йеллоу? Йеллоу? Трубку повесили. Говорят, в отпуске, Змей Горыныч. Позвоню-ка я Кикимори Болотной. Йеллоу, йеллоу, Кикиморка. Шо? Нету? А где она? И она в отпуске? Шо? Она в отпуске, говорю. Швагрип! Швагрип! Бенди! Ты знаешь, что такое отпуск? Знаешь? Отвезешь меня к нему? Отвезешь? Ну все, поехали! Швабрик, ну ты даешь, ты летаешь! Ой, где это я? Это я где? Отпуск? Отпуск! Ой! А что это за лицо? Что? Песок? Ой, господи, боже мой. Ну, давай посмотрим, что здесь. Ой, что это за деревья такие смешные? Кто это их пообщипал? Ну что, будем отдыхать? Кикимора Болотная, ты лето! Я Авна, ты что ли это? Ой, как чудесно с вами, подружка! Так вот он какой отпуск! Вот, хорошо. О, да, ягодная. А ты что жить-то? Снимай шубу. Снимай давай. Ой, да ты что, Кикимора, мне же недавно 300 лет исполнилось. Если я шубу сниму, так все чайки поразлетаются. Ой, скучно что-то.
А что это такое тут синее? Да чего оно тут находится? Да блин, купаться же надо! Купаться? Да, пойдем! Пойдем! Пакостничать бы давно не пакостничали. Смотри, детки, давай и напакостничим. О, смотри, дети замки построили. Пойдем разрушим. Убегать нельзя. Да, чему научила эта сказка? Мама, давай. Не могу. Дети, ну сколько
Идите с нами поиграйте. Ну, идите, вы туда сами поиграйте. Ну, пожалуйста. Ой. Работайте. Идите. Некогда нам. Ну, что делать-то будем? Не знаю. Может, нянечку нанять? Точно. А давай позвоним Мэри Поппинс. Давай, это хорошая идея. Здрасте. А вы кто? Мэри Поппинс? Я не Мэри Поппинс. Я ее сестра, Бабелия Яговна. А что случилось с Мэри Поппинс? Мэри Поппинс? Мэри Поппинс заболела. А у вас рекомендации есть? Ну, конечно. Неплохо. Нет, только не надо. Нет, не надо. Берем. Не надо, не надо. Играйте. Голубчики, попались! А чё это? Твоё, Сёма? Какой порядок! Мама! Идите, посмотрите, что ваши детки натворили! Кто это натворил? Что вы все быстро убрали? Ну, хорошо. Что будем делать? Я не знаю. Не переживайте, у меня есть один коварный план. Thank you.
Я буду. А быть няней — это весело. Бедные крысятки, бедные жабки, ай, что я натворила? Да, природу буду оберегать. А Дашка, пойдем на качельках кататься. Давай. И Стём, беги. Давай корзинку забирай. Давай. Ой, что-то скучно. Может, в город слетать, посмотреть, чем мои девчонки занимаются, а Делочка и Зариночка? Где моя волшебная швабра? Швабрик! Швабрик, ты где? Ты мой хорошенький. А что ты такой грязный? Двор подметал? А, ну ладно. Ну что, полетели? Швабра, ты чего держишь вся кость? Себе не переломала с тобой скоростью лететь. Так, где девчонки? Вижу. Сейчас я им покажу. Сейчас я их напугаю. Ах, они там на качельках катаются, вот бездельник. Я им покажу, сейчас я их напугаю. Швабрика, отдайте, я вам хожу. Я
бедные крысятки, бедные жабки. Ай, что я натворила? Хо-хо-хо-хо-хо. Не буду больше мусорить. Я тоже туда намусорил. Это не мой мусор, я его не бросала. Почему-то я должна его собирать. Мусор нельзя убирать, ты его не бросала. Мусор не убирай, природа не любит. Я природу буду оберегать. Ребята, а вы мусорите? Природа нужна оберегать. Я вирус. Какая классная погодка, пойдем гулять. Почти. Спасибо вам, ребята, спасибо! Бабы и дамы тебя
она очень гарно заболеет. Садись. Спасибо, ребятки. Бабыка на улице бактерии и вирус. Я грязными руками лицо твое. Чихать вот так от пуп. Всегда нужно руки мыть. Ребята, а вы правила следуете? Ручки свои моете? Смотрите, я проверю. Сейчас посмотрим. Ай, какая вкуснятина! Что-то скучно. Надо узнать, что там девчонки мои делают. Что там Заринка интересно делает? Заринка, сейчас посмотрим, где мое волшебное зеркальце. Зеркальце, зеркальце, скажи, что сейчас делают мои подружки Заринка и Аделка? Почему ко мне на день рождения не пришли? Что? Они трахнуть меня бегут? Это у меня день рождения! Что бы такое сделать для них? Как бы им напакостничать? Придумала! Я им сейчас вместо сливок пенку для бритья подсуну. Ай, да я какая молодец! Какая я злая, какая я молодец! Никто не видел. Где моя волшебная швабра? Швабра, кадабра, больно! Где девчонки? Надо их отвлечь. Где мой мобильник? Вот он. Это стул! Это баба-яга!
ты у нас получишь. Это тоже будет вкусно, и баба Яге понравится. Какой вкусный тортик! Надо будет покориться! Попробуй! Баба Яга, кушай! Ха-ха-ха-ха! Лучше с пеной! Кушай, кушай, Баба Яга! Ребят, никогда не пакостничайте, иначе вам это все вернется.